Здравствуйте. Детский плач звучит ужасно. Разрываются сердца. Потерявшийся ребенок может плакать без конца. Но одно меня волнует. Безразличие людей, когда слышат плач детей. Да, друзья. А теперь миниатюрный рассказ. Школьная комиссия. Приехал в школу комиссия из Гарану. Подходит к доске почета, спрашивает у директора, кто на ней и за что. А он отвечает, это наш рекордсмены, это Вовочка, мастер спорта по стрельбе сигарет. Ну так ставит на него с доски. Это говорит, Вовочка, мастер спорта по стрельбе сигарет. А как на это смотрят его родители? А что родители? Они у него не курящие, счастливчики. А это, говорит, Никита, он обогнал трудовика в эстафете 5 по 100. Герой, а еще только в 6 классе. А это Паша, он мастер по нырянию, в окно с третьего этажа. А это Денис, он нечаянно стал чемпионом по лестничному слалому на спине. Да, это у нас Артур, он филантроп. За то, что он подарил кабинету анатомии 5 зубов своих. Упал в столовой, на скейтборде катался. А это Петр Викторович, так ведь это ж ваш физрук. Да. Он героически отбил золотую медаль от злобной и загоревшей толпы. Какая толпа? Да 40 первоклассников. Дядя, посмотри. А это, не дай бог, услышать Даниил. Он у нас чугунный голос школы. А почему? Ну, вы слышали оперу номер 2 «Витас»? Да. Да, то же самое, только голосом Джигурды. А это Семен, фармацевт. Это почему фармацевт? Родители, наверное, да, работают в аптеке. Да нет. Он продает угольные таблетки на выходе из столовой. А это Миша из 5 класса. Он голодный хакер. Он что, взламывает компьютер или продовольственного склада? Да нет. Он же в 6 раз скрывает ящик для хранения картофеля. Да, это писающий и плачущий мальчик Егор. А почему он плачущий? А он уже 4 раза писался в штаны. Как только это происходит, он начинает плакать, потому что ныне снимает. Да. А тут у нас Вася лох. Да как вы смеете о ребенке так говорить? Это не ребенок. Это наш учитель ОБЖ. А почему же он лох? А он уже 5 раз вместе с классом тушил горящий портфель. Ну молодцы. Что молодцы-то? Они же писали, а портфель-то его. Да. А это Виктор, 7 класс. Он заядлый подлянщик. И что же он натворил? Ну, его послужной список весьма огромный и разнообразный. Один раз он на уроке физкультуры, когда они прыгали через 6, он вручил одному мальчику удава из живого уголка. Да, во время игры в волейбол он подал одному из соперников ежа. Да, запустил бассейн электрических угрей. Он тут ходил по бассейну, запихав в плавки ужа. Пугал девочек живым членом. Да, на объявление о родительском собрании подписал всем прибыть на ослах и шляпах. Классный руководитель 7 класса Марьяна. Какая Марьяна? У вас же руководитель 7 класса Глеб Иванович. Вот. А это Маша. О боже, почему она лысая? А это она у нас чемпион школы по сбору использованной жвачки волосами. Да. Да что же это у вас за школа, за ученики такие? Как вы могли все до этого допустить? Почему ваша фотография здесь? А вы прочитайте. Он лучший верблюд года. А что? Ну все, ребята, пока, удачи, здоровья. С осенью вас. Счастливо.